Ну все, всем привет. С вами Раша 125, и мы бегаем по кругу. Хорошее начало. Потому что на данный момент делать нечего. Но если мы не поторопимся, нас ночью убьют. А, let's go тогда, let's go. Короче, в чем прикол? Меня Блычан позвал проходить свою сборку. Иногда, если что, я буду вот такой голос вставлять, ну, типа, он не из видео, потому что иногда будет что-то непонятное и всякое такое. Короче, меня позвал он пройти свою сборку. Так что сегодня мы будем проходить его сборку, которую он сам Делать? сделал. Так что сейчас увидите. Все. Месть Ладно. флика. Я без понятия, что это значит. Вот, Ладно. смотри, здание. Вот тут козел вот этот вот есть. О, Я нормально. когда, короче, появился, я появился тут выживание. Я спавнился рядом с ним, попробовал его ударить, так вот, не бей его. Это совет тебе небольшой. Понял. Хорошо. Это из мода бивич. Я без понятия, что... А, ну все, дальше нам делать нечего, потому что там только киркой собирать О, можно. где? Не понял. А, нормально. Все, let's go. А, да, тут это не лаги, смотри. А, Я, короче, это хоть о. 1.12, но я установил мод, чтобы можно было двигаться как в 1.14. А, прикольно. Так, значит, вот, это тоже из мода бивичман дерево. Ага. Я вообще сюда за кактусами А что пришел. там Я не делает помню, лошадь? зачем они нужны, но я Что знаю, там то, что делает они для лошадь чего-то скелет? нужны. Там лошадь скелет. Что она там Чего? делает? Там лошадь скелет. Не советую к ней подходить. Ладно. Ладно. Слушай, сейчас, насколько я знаю, то, что ваниля в Майнкрафте ночь наступает. Насколько я знаю, ваниля в Майнкрафте есть вещь. А, О! это добрая лошадь, к ней можно подходить. Все, хорошо. Но есть вещь, то, что когда к такой лошади подходишь, то там скелеты спавнятся. Все, давай немедленно. Да, уже ночь, чувак. Вообще. Так, погоди. Ишь ли за Короче, какой-нибудь вкратце, меня котел позвали несколько. проходить какую-то сборку. Так что вот, и я прохожу сборку какую-то, которая Тут занимается... даже квесты есть. Да, с квестами сборка вообще. И я, который... Меня просто которого позвали. Так что, Я, да... который собрал сборку, но знаю тут меньше половины модов. Именно разбираюсь в них. Я серьезно, я тут знаю только... Да что я тут знаю? Я только Tinker Construct тут знаю. Ну и может быть как-нибудь на коленке знаю мод, там где-то саранча находится. Понятно. Короче, надеюсь, всем понравится, а то мы 40 минут пытались запустить эту сборку. Сейчас скажу, сколько даже точнее. 40 где-то больше может. Почему 50 минут? Потому что у меня все время вылетала вот эта ошибка. И, короче, там надо было что-то обновить Java и всякое такое. И, короче, муторно было, и мы потратили 50 минут, чтобы просто зайти на этот сервер. Так что... Тут есть три овцы. Блин. И они... Тут есть цветные кровати? Не понял. Я... Тут цветные кровати, мы не сможем сделать третью. Понятно. А, мы бы, короче, тут всего водка у овца, А короче, черная, это серая, как и она это сюда белая. попала? Это она в структуре заспавнилась. Кстати, что Нормально. за дерево? Это кипарис. Где отсюда? Пари. Кыш. Кыш. Уходи. Опа, Кыш. мяфо. Так, слушай, мне Все. нужно мяфо. Я хочу Да, в есть. принципе, их убить можно? Тихо-тихо, не попади по нему, не попади по нему. Главное, по козлу не попади, у него еще и меч на заговор огня. Да ну нафиг. Короче, опасаемся. Еда! Я бы Ляпота! не ел ее сразу, я бы просто ходил без спринта, так Да. голод не тратится. Да ёптить, у меня три сердечка. Мне нужно Так, кушать. значит, что у нас есть? У нас есть булыжник. У меня есть дерево. У меня тоже есть дерево. Хорошо. Уже неплохо. Уже Майнкрафт. Так вот, если что, то деревян. Так, значит, ломать через блок, потому что тут паук рядом ходит. Ладно. Так, я хочу себе шапку. У меня цель сейчас это шапка. Если что, то змеи за два удара с каменного меча умирают. Ага. Обалдеть, я Так нанял. что их, в принципе, легко можно убивать. Трава! Давай, убивай. Нет! Нет! Добивай его! Давай его Добивай! добью и просто... Он на меня переключился, он сейчас меня зарежет. Беги, беги! Да пойдет.
Как мне шляпы одеть? Как я хочу шляпу? Хочу шляпу. На H нажми. На H? А, да, еще вот это вот мод помимо Tinker Construct, я знаю. А ты видишь? А, нет, стоп. Чё? А ты нажал выбрать эту шляпу? Ема. Ты видишь? Всё, теперь вижу. Ну все, у меня теперь Сквидвард на голове. Так, что теперь делаем? У меня есть канделябр. Так, значит, даю тебе совет тупо на все сборки модами. Безразличная сборка, даю на все. Ага. Никогда не выкидывай гнилую плоть. Понял. Дело в том, что тут, по крайней мере, с этого можно выбить пищу, с помощью которой можно приручать мимиков. Ну, создавать. Ладно. Понял. Кстати, адские мимики, они сильнее, чем обычные. А, нифига, тут несколько мимиков. Норм. Тут есть два типа и много красок. Хав, кушать хочешь? Да, у меня есть гнилая плоть и одна жареная баранина. Теперь две. Все, да. Пойдем отсюда. Погнали. Начали грузить, но. А, не, мы не новое. Вот, это в деревне такое? Построимся вот это вот здание. Что? Обнаружено новое строение. Смотри. Реально, давай, короче, поищем смотри. Этих. Смотри. Майя. Ну или каких-нибудь других. Я знаю, я в чате увидел. А чё это? Тут три овечки и еще что-то непонятно. Мэн. Короче, это мод Миллинейр. Я там знаю только то, что есть деревни и все. Тут 12 белой шерсти. А, я не могу стыбзить у нее. Почему я у тебя не могу стыбзить шерсть? А, большой закрытый сундук. Насколько я знаю, если убить всех, кто там находится, то тогда можно открыть. А ворон, чё это? Если чё, то он не слабый. Ворон... Ой-о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 й-
стамина кончилась. Давай, 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 на меня беги. А. Всё. Темная сторона. Он, короче, наносит 4 сердечка с удара. Теперь открыто. Я могу 12 шерсти за жезл разрушения. Что? Это, короче, ты можешь эту структуру уничтожить. Но, в общем, эта штука полезная. Что, разрушил? Ты можешь кликнуть тут где-нибудь по местности и нажать, ну, и потом нажать разрушить. И, в общем, вот этот NPC, который тут есть, он тут будет периодически спавниться, но если ты разрушишь, то он не будет спавниться. Вот это вот, я знаю, я видео ложки видел. Че, будем разрушать или нет? Да, без понятия. Ну, в принципе... О, смотри, вон, видишь, ворон есть? Да-да-да, но он мирный, я проверил. Короче, это ворон из Бевичмента. Вот его убивать можно. Есть какой-то менее детализированный, вот того вот можно же. Нельзя уже убивать, точнее. Типа, если я убью, все будет норм. Да. Да. У меня есть какое-то озарение. Ослабляет врагов. Давай протестим. Озарение? Ослабляет врагов. Я хочу. Да, там за три уровня опыта можно прокачать. Три? А погоди. А у меня 2 токена. У меня 3. Давай проверим. Ну попробуй. Я хочу огонь. На тебя слабость накладывается? О, нифига! Да. Нифига ты. Понимаешь, это за 3 опыта. И действует вроде бы 5 секунд. Да, длительность 5 секунд. А я сделаю так. Не знаю зачем. Все, можно идти отсюда. Я хочу найти какую-нибудь деревню, чтобы на ней зарабатывать потом. Потому что дело в том, что тут понадобятся вещи. Еще обелиск нужно будет, ну, нам либо найти, либо создать. Обелиск? Да, который на спавне стоит. Я прокачал да. Огонь, но что-то не работает. Или по тебе надо ударить, что ли? Чуть непонятно. Да. О, смотри, кишки выпали. О, кишки. Это, короче, как лутбоксы в RPG играх. Прикол. Семена свеклы выпали. Нормально. Они, если что, тут совершенно любых мобов падают. А, прикол. Ладно. А-а-а! Я тупанул. Если что, то с кишков шансом 1% алмаз может выпасть. О, прикол. Ну все. О, там обелиск будет, смотри. А, не, это не деревня. Это, короче, еще один такой же козел, который мы встречали. Еще один козел. Ладно. Через какое-то время мы нашли вот этот данж. У него шляпа! Я хочу себе шляпу. Давай лучше поспим, а потом уже пойдем. Погоди,
Шляпа. Выйди на улицу. Там не задиспавнится, не бойся. Там тебя, там сейчас тебе призрак сквозь стену придет и убьет. Все, я добыл шляпу. Опа. Пойдет. У меня теперь шляпа. Так, ну ладно, нам повезло. У меня шляп нету. А у меня три шляпы. О, шляпа. О, шляпа Сасна. В том крафте похожие блоки есть. На чем можно выкинуть ненужную опору? Блин, да у меня все нужно. Ну вот это вот мусор. Кирка деревянная, мусор, палка, мусор. Есть булыжник? Дай мне два булыжника. О, это че? Дай два булыжника. Это с этого козла выпало мусор. У меня нету булыжника, у меня... У меня есть вот там вот в мусоре деревянная кирка. Понял. О, деревянная кирка подойдет. Че? Я так и понял. Был убит какой-то чек. Кем? Ты же еще и кровать сломал. А, я гений, да. О, при... Зацени, у него тоже при... в эту шляпа есть, убей его. Шляпа. Я любитель. Давай. Там... Ляп. О, труп. О, здорово. Сейчас, 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 я попробую спавнер сломать. О! ГГ! Он на меня отвлекся! Чё? Я почти сломал целый спавнер. Приготовили. А где я сдох? А, паразиты. Сколько шляп! Ну нифига себе! Чё, паразиты со шляпами, что ли? Нет, скелеты со шляпами. А. О, ты сломал просто спавнер. Просто, насколько я знаю, там только с ванильных, ну, на ванильных мобах. Ничего себе там шляпы у них! Я хочу шляпы! Ау. Я хочу себе шляпу квадрок, ну, вертолет, да. Хеликоптер. Просто. Мои. Паразит! А их трейдить можно. Паразит, зараза. О, опал. Пластинка. Без понятия, как он делается, но в других модах он был сильным. Если что, эти ящики ломать можно. О, золото. Прикол. Я полетел. Вертолёбус. Да. Спустя где-то 5 минут нам очень сильно фартануло с построением. Сервер завис. Да, я заметил. Обнаружено новое поселение. О! Обнаружено новое поселение 40 метров назад. Нифига! Я прям... О! Обалдеть! Давай здесь будем строиться. Поселение. Сам сказал поселение. Зацени, у меня еще шляпа, как у тебя будет. А, да? Давай, давай. Да. Сейчас, короче, СССР будет пинговать. Сейчас, сейчас, сейчас найду. Ясное дело тут. Короче, вот из-за... Что? Я на карте вижу какое-то чучело. Во! Стороне. Вот такая вот. О, нормально. Написано, у чувака убивает. Мне прошлое все равно больше нравится. Атакует овца. Атакует овца. Сажает саженцы. Нифига. Вы должны достигнуть как минимум репутации популярной. Торговец в данном поселении. Слушай, нифига. Давай тут будем строиться. Их тут типа можно развивать. Главное нагреть где-нибудь строиться. О, зацени. А их тут можно типа развивать? Слушай, или это сразу понятно, это без понятия кто, честно говоря. Но это явно кто-то богатый. Потому что костюм отличается от всех. Смотри, смотри сюда, иди сюда. Смотри, вот на этих посмотри. Вот на этого особенно. Блатные. Вообще... Вот это, насколько я знаю... Да, это глава поселения вот этот вот. У него... А, я понял, у него свой гарем просто. Короче, мы решили, что наш дом будет на этой горе, так как когда у нас строятся вот такие структуры, может наш дом попасться под структуру и его просто снесет. Сделать новый. Ошибочка, у меня ноль березы, я ее все профукал в том данже. Ёптить. Зашибись. Ну и у меня есть палки, уже хорошая новость. Короче, мы фигней страдать не будем. Да. Кстати, сделаем домик. И... А с кем можно поторговать, ты не знаешь? Там, короче, в здание главное захожу вроде бы, и там тебе сам подходит NPC и начинает болтать с тобой. О, погоди, что это? Карта поселения. 21 здание, военная сила. Защита 100. Да, это главное здание, там он крестки должен подойти к тебе. Ресурсы. Надо дать им ресурсы. Для чего-то. Не надо им давать ресурсы пока что. Создание иконы. О, торгуют. Мы продаем. Ёптить. Так. О, слушай. Он дает одно денье за вакацию. О, 15 денье. Разве за деньги мою... я правильно читать?
А? Ну, деньги. Разве правильно деньги читается? Ну, вроде да, я не знаю. Насколько я знаю, тенье. Ну или. А, не, это же другое, я вспомнил, да, есть и тенье, есть и денье. Чувак. Чувак. Что? Тут одна кожа продается за 15. Или репутация, или что это? Ничего себе. А у меня 31 кожа. Продаю. Могу 65 акаций купить. Как тебе такая деть? Покупай. Покупаю. Чтобы не копать. Не могу купить. Не хватает... В смысле, не полностью ничего. Ты через shift нажимаешь? Нет, не через shift. Ну тогда не знаю. А. А. Он стыбзил у меня все деньги. Непон. Ты как у меня стыбзил все деньги? Что за бред? Вообще не понимаю. О! Отлично! Овца я... с флаймом на голове. Я купил. Надеюсь, вам понравилось торговать с нами. Хорошего дня. Я купил 23 акации, чувак. Нормально. Бизнес, я сзади тебя. Бизнес. Я деревню вижу. С кузницей. Как мы ее не заметили? Че, реально? Да, как мы ее не заметили? Без понятия. Она с горы ее видно, ты че? У меня дальность прорисовки 2 или 4 чанка, да, 4. Еще шапку нашел на овце. Ошибись. Так, короче, я коллекционер шапок в этой сборке. Так, надеюсь, там будет обелиск, потому что он нужен нам, чтобы телепортироваться на спаву. Я сейчас посмотрю. Надо, если что, коров надо убивать, потому что за них дают деньги. Так что это вообще кайф. Ёпс, чё это? Если что, то у жителей, думаю, тут не стоит воровать эти. Ну, посягу, меня... потому что можно у жителей будет купить еду. Знаешь, что у меня есть? Нифига! Ничего себе! Обсидиан! Алмазы! Железная броня, опал. И чё ещё? Я аметист. Нифига себе. Вот это достижение. Спидран по получению ачивок. Да. Это пыль под блоком стояла с этаками. Чувак. Чё? Я такую шапку нашёл. Давай, покажи. Смотри. Великолепно. Идеально. У меня круче есть. Какая? Нормально. Да, все, я буду с такой бегать. Нифига себе, троллфейс, черт возьми. Все идеально. О, смотри, иди сюда, иди назад, посмотри назад. Нифига. Видишь, вон там он сгорел уже. Ну а что это было? В общем, это мини-босс. Мини-босс? Оно горит до сих пор. А, не, он еще горит. Давай убьем. Погнали, грохнемся. Его лопата, видишь, в руке держится? Сейчас он монстров призовется, 3. Ёпта! Вали его, не вали монстров, вали я его. Я убил. Вот, все. Лопата выпала? Нет. Жалко. Короче, эта лопата может призывать таких мобов, как он. Ну, нет. Как он призывает. Норм. Так, я иду в дом, потому знаете, почему этот, почему он считается мини-боссом? Почему? Потому что он, типа, потому что он призывает вот этих вот как раз таки существ, которые имеют по 20 хп. Угу. И сам имеет 40. Ладно. Да. По 20? Кстати, знаешь, зачем его лопата еще нужна? Зачем? Копать землю. Вот на, акацию я тебе выкину. Давай доделывать дом. Слушай, ну все, домик готов. Хороший, мне даже нравится. У тебя есть уголь? В печке. А, реально. Нифига себе. Ёпта, ты бы знал, сколько у меня мяса. У меня мяса 44 штуки. Все, мы в полной безопасности. Не хватает одеяла, чтобы ночью монстры не трогали. Strange Dreams. Какие-то твои мечты, чё? Допустим. Где крест? Прикинь, ты чё сделал? Чё я ты, сделал? Короче, им дал вещи, чтобы они улучшили этот крест. Когда я им что-то дал? Я им что-то попродавал просто. Чё я сделал? Не понял. Великолепно. Погоди, а чё я им дал? Честно, говорю тебе честно, я первый раз вижу вот эту вот структуру в моде Миллинейр.
зашибись. Я тебе больше скажу. Я вот такие вот структуры первый раз вижу. Я помню, увидел тупо коробки и все. Теперь нет. Ну все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами играл Rush 125 и Блэдчан. Так что всем удачи, всем пока. Прощайся. Пока. Фак.